У нас нет университетов, которые бы несколько лет назад только начали открываться не кафедры, а факультеты. В университет. Я помню, что нас вызывали в университете, чтобы сказать, о чем они там должны учить. Потому что наш туризм отличается от французского, от итальянского, от российского и так далее. То есть все с нуля. Как мы начали туризм с нуля, так и университеты. И мы сейчас сидим на... Потому что в Бутученах отличается кельнер, официант от официанта в Кишиневе. Там по-другому должно быть. Угу. Поэтому мы выжили на этот вопрос. А дороги и так далее, все. Государство имеет огромный долг перед селами. Я говорил и с госпожой президент неоднократно, и она обещала, что будут очень серьезные изменения, и я жду, что будут поворачиваться лицом к селам. И еще, я много раз говорил, Молдова будет развиваться только при помощи сел. Там происходит очень серьезно. Наша продукция, у нас самые хорошие вина, у нас самые хорошие овощи, фрукты и так далее. У нас... Страна у нас должна немножко поменяться.